Новый график работы – это требования санитарных норм. Они вступили в силу 29 июля и утверждены постановлением главного санитарного врача России. В последнее время в интернете на сочинских блогах стала появляться информация о том, что в детских садах прекратят свою работу дежурные группы. Сегодня в Управлении по образованию и науке эту информацию не подтвердили. Родителям нечего беспокоиться. Если родители желают, чтобы их дети посещали дежурную группу в детском саду, они должны обратиться с заявлением к заведующей детского сада, и при наличии не менее 20 заявлений такая группа будет создана и будет функционировать до той поры, поскольку будет потребность такой группе в детском саду. Таким образом, группы полного дня теперь будут работать по 10,5 часов, дежурные, как и прежде, по 12. Кроме того, появятся и группы продленного дня. Оставлять ребенка в детском саду можно будет до 9 вечера, но придется доплатить за такое длительное пребывание в дошкольном учреждении. Это связано с тем, что в группах с 14-часовым графиком включен второй ужин. Формировать такие группы будут также по заявлениям родителей, которые следует направлять заведующей детским садом.